Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам показать второй участок трассы Таврида. Мы начнем с объезда Феодосии и поедем дальше вот в том направлении. Но сначала я покажу вам карту. Здесь вы можете увидеть, где мы стартовали, немного не доезжая Приморского, и где будет конец первой серии. Я специально для вас подробно снял весь второй этап. У меня получилось около 1,5 часов. Я решил разбить эту дорогу на серии, потому что очень интересная дорога и у меня для вас очень много интересной информации. А чтобы не пропустить все серии по второму этапу, я очень рекомендую вам подписаться. Я знаю, что меня много людей смотрит ВКонтакте. Добавляйтесь в мою группу «Наш Капитан Крым», а также в видео нажмите на иконку YouTube, перейдите на канал и подпишитесь. Для меня это очень важно. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Я всегда рад новым друзьям. Итак, мы уже с вами полным ходом мчимся по асфальту. Первая развязка – это точка нашего старта. Пикет 776 – это транспортный узел для съезда в Феодосию и заезда из Феодосии на трассу Таврида. Слева, если вы присмотритесь, стоит знак «Слава труду». Именно от этого знака я взлетал весной и показывал вам, когда только начинались работы по расчистке грунта на этом этапе. А сегодня мы с вами уже имеем возможность прокатиться по второму этапу. Второй этап начинается на 76-м километре трассы Таврида в районе Приморского и заканчивается на 126-м километре в районе села Льговское. То, что вы сейчас видите, формируется арматура, это путепровод с новой дорогой, с совершенно новой дорогой, маршрут которой будет пересекать направление основного хода трассы Таврида. Всего на объекте 22 искусственных сооружения, 3 моста, 3 надземных пешеходных перехода, 8 путепроводов тоннельного типа и 8 обычных путепроводов. На сегодняшний день, если сложить две полосы в общую длину, заасфальтировано более 21 километра. В каждой серии я вам буду по ходу движения рассказывать подробно о том, что происходит вокруг. Итак, там, где мы с вами едем по асфальту, это почти готовая дорога. К финалу строительства к ней добавится только верхний слой, обочина, разметка и барьеры. В 2018 году будет реализовано благоустройство, и уже в конце года мы с вами поедем по этой трассе. Честно говоря, я думал, что обход Феодосии будет не таким масштабным, но когда я по нему проехал, я понял, что, во-первых, это новая классная дорога по своему качеству. Это уникальный проект. Здесь не только строительство непосредственно дорожного полотна, но и много чего интересного. Здесь пересечение с железной дорогой, с районными дорогами, с газопроводами, с линиями ЛЭП. В общем, много всего, что требует особого подхода в строительстве. Еще меня поразила красота этой дороги. Мы с вами сейчас мчимся по асфальту и уже можем увидеть, как эта дорога будет выглядеть в ближайшем будущем, когда ее откроют. Но камера не может передать всего того, что происходит по сторонам. Слева вдали виднеется море. Прямо и левее вдали виднеется Феодосия, горы. И все это вместе выглядит очень красиво. Друзья, посмотрите, какое красивое крымское небо. Едешь, и пейзажи просто завораживают. Автомобиль мчит тебя как по маслу. Хотя это еще не финальный асфальт, не финальный слой, но все равно гладкая, отличная дорога. Трасса, которой Крым еще никогда не видел. А если представить, что по такой трассе можно будет домчать до самого Севастополя, это же просто здорово. Как вы считаете? В данный момент мы съехали с асфальта и едем вдоль участка, где земполотно готово под устройство дорожной одежды. Справа идут линии, это энергомост, который питает полуостров с материка. В проекте предусмотрено его переустройство. В данный момент идут согласовательные процедуры, крайние опоры будут разбираться и вместо них монтироваться более высокие. Это важное требование безопасности.
вы видите, что есть асфальтированные участки и есть участки, которые еще на стадии устройства земполотна или на стадии устройства дорожной одежды. И вот такие участки будут по ходу нашего с вами движения на втором этапе. И я вам это обязательно подробно покажу и расскажу. А вот посмотрите справа, видите арматура? Идет обвязка, формируется опалубка, в общем, строители работают. Это идет устройство водопровода. Вот такая вот трасса Таврида. Не просто дорога, а целая сеть и переплетение коммуникаций. Как магистральных, так и обычных. Всего на объекте 22 искусственных сооружения, 8 путепроводов тоннельного типа и 8 обычных путепроводов, 3 моста, 3 надземных пешеходных перехода. А общая совокупная длина второго этапа 50 километров. Мы опять с вами въезжаем на асфальтированный участок, и наш путь устремляется к путепроводу, который находится в створе дороги, через существующую железную дорогу. Естественно, по нему пока проехать нельзя, потому что он еще в процессе строительства. Трасса Таврида пойдет над железной дорогой. Это единственное пересечение с железнодорожными путями на втором участке. Трасса Таврида будет пересекать ветку Джанкой-Владиславовка-Феодосия. Кстати, еще такой момент, который, думаю, будет вам очень интересен. В последующем эту ветку будут реконструировать. И есть планы электрификации ее путей. Но это уже совсем отдельная история, и к проекту строительства трассы Таврида она не имеет никакого отношения. Еще совсем немного, и мы с вами упремся в железную дорогу, о которой я вам говорил. И нам придется ее объехать. Но это уже будет сюжет следующей серии. Вот здесь мы опять с вами съезжаем с асфальта. Кстати, строительство идет и днем, и ночью. Я надеюсь, вам такое начало обхода Феодосии понравилось. Завтра или послезавтра будет уже вторая серия. Жду ваших комментариев. И не забудьте подписаться на канал Капитан Крым. До скорых встреч на трассе Таврида на втором этапе обход города Феодосии. Всем пока!